приветствую. Я хочу сказать, что от Наташи, когда с Андреем были еще на конференции, но я не знала, что Наташа была, но мы Андрея в зале там наблюдали в Киеве. Я находилась в это время в доме у своей старшей дочери, и там была одна женщина. Она моя ровесница, тоже ей уже за 50. Она поднялась высоко, есть такие, знаете, высокие очень стремянки. И она находилась далеко от меня, но я услышала, как она закричала: «Марина, Марина!» В общем, я прибегаю, я думала, она вообще рухнула оттуда. А она нет, она находилась, значит, на последней ступеньке этой стремянки, и шея у нее вот так была перекошена, как-то вот, и у нее, видимо, что-то зажало там, да, в шее, и она не могла вообще двинуться не могла. Я говорю: «Стой, где стоишь?» Потому что реально там где-то около 3 метров высотой было, думаю, сейчас, если она на меня рухнет, еще и меня здесь завалит. Вот, и я, знаете, я вот за 5 минут до того, как она вот это закричала, я прослушивала вот конференцию вот в Киеве, да, и у меня такая, знаете, вот злость такая внутри появилась, думаю, ну нет, сказали, идите и делайте, даже если вот такая вера будет, да, даже если вот такая. Я говорю: «Стой, где стоишь?» Я быстренько к ней это самое поднялась и прямо вот так вот на шею, вот там, где больно, просто положила. И приказала просто этой боли, вот как вот говорилось на конференции, то есть я взяла это вовнутрь себя и сказала со властью то, что нужно было сделать, да, то есть я именно к боли. И она начала, знаете, несколько секунд, и у меня такая реакция была, я говорю: «Там точно не больно, точно все прошло?» Она говорит: «Прошло». Она еще такая нежная очень женщина: «Правда прошло, Мариночка?» Я говорю: «Правда, что?»